на градуснике плюс 7. В течение дня до плюс 17-18. Пасмурно. Доброе утро, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Сегодня 15 марта. Мая. Такое впечатление, что май месяц в этом году кто-то взял и отменил. Ну, это такое. Сегодня Международный день семей. Всех, кто семьи. Семейный человек. Всех с праздником. Так. Международный день климата. Этот день, ну, такой праздник, призван, чтобы обратили люди внимание на экологическую ситуацию на планете Земля. Так, о, день лакоманьяка. Этот день женщин, которые коллекционируют лак для ногтей. Международный день отказника от службы в армии по убеждению совести. То есть человек не хочет брать оружие по каким-то идейным соображениям. Ну, бывает и такое. В 1891 году в этот день родился Михаил Булгаков. Ну, для кого-то это «Мастер и Маргарита», но для меня это такие серьезные произведения, как «Бег», «Белая гвардия». Я люблю эти книги читать. В 1940 году родилась Светлана Светличная. Помните «В бриллиантовой руке»? «Помоги мне». Но для меня она больше ассоциируется с фильмом «17 мгновений весны». Там она сыграла Габи, молчаливо влюбленную в Штирлица немку. Ну, вот такой вот сегодня день. Ждем моих репортажей. Всем хорошего дня.